Махмат Абдурагимов руководит работами по очистке снега от прилегающей территории к одному из городских торгово-развлекательных комплексов. Совсем скоро на это место установят незаменимый атрибут новогодних праздников. На территорию мы сейчас привезли Деда Мороза, где-то 2,5 метра такую большую здоровую Деда Мороза, хотим здесь установить, светящийся там такой красивый Деда Мороз. И еще дополнительно здесь что-то там тоже собираемся. Должны создать людям предпраздничное настроение, так что на это экономить, я думаю, не стоит. Ежегодно предприниматели города украшают территорию и фасады своих зданий различного рода иллюминации, тем самым создавая у жителей праздничное настроение. Издано постановление администрации города о праздничном оформлении объектов, где мы рекомендуем предпринимателям, руководителям организации украшать объекты до 10 декабря. Да? Но это как рекомендация. Нарядные здания не только создают праздничное настроение, но в какой-то степени и притягивают покупателей. Например, центральная линия вдоль проспекта Мира. Здесь деревья украшены гирляндами, а вскоре появится аллея сакур. И, конечно, самое главное украшение – новогодняя ель. Собственники все решили, конечно же, в этом году украсить. Я думаю, что у нас и впереди будет украшено. Мы уже оплатили и уже в дороге. Там Дед Мороз, Снегурочка. Весьма оригинально украшены пиццерия в 12-м микрорайоне и гостиница «Сибирь» в 5-м. Но сотрудники отдела организации потребительского рынка отмечают, что не все предприниматели спешат украшать свои здания. А ведь нам, жителям, так хочется, чтобы ощущение праздника, который официально длится всего один день, было как можно дольше. Внести свой вклад в создание праздничного настроения может каждый житель города. Так, например, жильцы одного из домов в 14-м микрорайоне вышли во двор и нарядили елку под своими окнами. И самим приятно, и радует глаз прохожих. Присоединяйтесь и вы. Яна Везович, Александр Анфимов, Алексей Магин. Новости Губкинского.